Дорогие братья и сестры, я рад вас приветствовать в это субботнее утро на нашем совместном богослужении. Слава Господу за эту прожитую неделю, за эту возможность собираться вместе, изучать Его Слово, быть в общении с нашим Богом Отцом и Сыном, с Его ангелами. И прежде чем мы помолимся, я хотел зачитать слова из Священного Писания. «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда, воспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его». Слава Господу за Его чудеса, за Его любовь к нам грешным. И я призываю вас к молитве. Отец наш Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа мы благодарим Тебя за Твою любовь и милость, благодарим Тебя за эту прожитую неделю, за эту святую субботу, день покоя, который Ты благословил и отделил от других дней, чтобы в этот день народ Твой по всему лицу земли собирался для того, чтобы изучать Твое Слово, быть в общении с Тобой, быть в общении друг с другом. И мы просим Тебя, Господь, прибудь с нами здесь, на этом служении. Пошли нам добрых ангелов во главе Духа Святого. Прибудь с нами, помоги нам уразуметь Слово Твое. Благослови брата, который будет говорить Слово Твое. Помажь его уста, чтобы Слово Твое изливалось из уст Его. Нам помоги слушающим понять, уразуметь Слово Твое, чтобы мы все могли применить истину Твою в своей жизни, в своих сердцах, научились исполнять Слово Твое, заповеди Твои, научились быть послушными Тебе, чтобы имя Твое святое прославлялось в наших жизнях, словах, делах и поступках. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя и за все благодарим и славим Тебя, нашего любящего Бога, Отца и Сына, ради Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я приглашаю дорогого брата Юру для проповеди слова. Дорогие друзья, слава нашему Господу за эту прекрасную возможность в это субботнее утро приветствовать каждого из вас. И слава нашему Господу за особое благословение, что вместе можем изучать Священное Писание в это время благодати, готовясь к временам смутным, о котором говорится в книге Откровения в 16 главе. Сегодня мы продолжаем с вами знакомиться со служением пророка Илии. Мы были вынуждены сделать вставку об остатке, если вы помните. Об этом мы будем говорить, то есть добавлять некоторые библейские детали, потому что сегодня много людей, я повторю, сегодня очень много людей, которые выходят из религиозных организаций, видя величайшее отступление от библейской истины, но при этом они слышат оправдания руководителей, которые говорят, что в их организациях никакого отступления нету, в их организации никакого объединения с нечестивыми нету, в их организации соблюдают все заповеди Божьи и веру в Иисуса. Но, тем не менее, эти люди, если начинают сравнивать то, что было 20 лет назад и сегодня, они видят существенную разницу. Поэтому люди задают много вопросов. Что им делать, когда они выходят из этой организации? И история пророка Ильи показывает, что эти люди должны делать, чтобы служить Богу. И не только история Ильи. Возьмите всех пророков, они всегда были в гуще событий или все-таки приходили из пустыни и проповедовали суд отступившему теократическому обществу? Из пустыни приходили. Конечно. Точно так же Иисус не имел популярности в теократическом обществе. Апостолы не имели такого, так скажем, восприятия. Но были гонимы за свидетельство об Иисусе. Поэтому все эти моменты, они как бы жирным штрихом подчеркнуты во всем Священном Писании и показывают нам,
что Слово Божье, как сказал пророк Исаия, приткнулось на площади. То есть это слово приткнулось там, где оно должно торжествовать. Слово Божье приткнулось в, так скажем, называемых религиозных организациях. Они сегодня хотят угодить и миру, и Богу. Поэтому слава Господу за Божий народ, который выходит из всех религиозных организаций, именно тот народ, кто любит истину, кто жаждет настоящей истины. И пусть все такие будут уверены в Божьей защите и в Божьей помощи. Он сказал, что Он не оставит нас одинокими. Поэтому слава Господу, у которого есть план на таких людей, что Он соберет нас для Своей славы в Свое Царство. Как Он это будет делать? Это Его личное дело. Мы должны только в это верить. Поэтому давайте сегодня мы продолжим знакомиться с вестью Илии, и мы видим, что пророк был в оппозиции среди теократического общества. Он порой отчаивался, говоря Богу, что он якобы один остался в Израиле, но Бог поправляет свое дитя. Говорит, ты не знаешь, у меня еще есть другие люди. Или я их действительно не знал, но Бог их рассматривает как остаток. И они не преклонили колен пред Ваалом. То есть они не участвовали в искусной ваалинизированной религии. И об этом надо говорить постоянно, что сегодня ваалинизированная религия наполнила все религиозные организации. Потому что если посмотреть, что такое ваалинизированная религия, это оскорбление святого Бога. Но если говорить научным словом, это синкретизм. То есть объединение Библии с язычеством. Найдете ли вы сегодня хотя бы одну религиозную организацию, которая бы не имела языческих штрихов в своем вероисповедании? Конечно, каждый, смотрящий нас в интернете, может возразить, как, куда я хожу, там ни одного языческого штриха. Я вам скажу самый основной штрих, которым, так скажем, желают эти люди угодить миру. Ёлка новогодняя есть? Есть. Это что? Языческий праздник. Это что за штрих? И таких штрихов полным-полно, извините меня за простое выражение, но мы люди простые и не книжные, поэтому мы будем говорить простыми словами, чтобы простые люди понимали простые библейские вещи. Поэтому давайте мы откроем четвертую книгу Царств и продолжим знакомиться с вестью пророка Илии. Его служение, следует напомнить, дорогие друзья, направлены на разоблачение ваалинизированной религии. Современное слово синкретизм, то есть объединение, как бы смешение библейской истины с языческой культурой. Ну, чтобы было понятно кратко, примерно. Вот берем Новый год, елка и звезда. Как объединить это язычество? Они говорят, что вот видите, на елке звезда – это Вифлеемская звезда. Подарки под елкой – это волхвы принесли Иисусу подарки. И таким образом они пудрят голову простому народу. Но Бог рассматривает это ничто иное, как ваалинизированная религия. И таких моментов, дорогие друзья, будьте уверены, ваалинизированные религии полным-полно в каждой христианской деноминации. Поэтому, когда мы читаем Священное Писание, мы должны четко различать, что Бог осветил для своей славы,
А что он не освящал? Другими словами, он призывает нас, как народ священников, царство священное, уметь различать, что святое, а что не святое. Сегодня христианство не способно различать, поэтому Бог вызывает множество своих детей с разных сторон, которые возвышают голос за настоящую истину, но их воспринимают каким образом? Точно так же, как бы оно ни было удивительно, как и пророка Илью, который должен был бежать за то, что он провозгласил весть на Кармеле. И это все понятно, а мы сегодня порой стесняемся. Нас сатана говорит: ты что, ты думаешь, ты как пророк Илья? Нет, я не пророк Илья. Я только несу весть Ильи, и я могу понять отчасти, что стоило Ильи провозгласить божественную весть. Потому что, когда мы говорим Слово Божье, как к нам относится теократическое общество? Подозревают они нас? Выставляют они нас в ложном свете? Да. И мы начинаем понимать, Бог специально проводит нас этим путем, чтобы мы имели те же чувствования, что и Иисус. Принимали Иисуса за Слово Божье или нет? Нет. Только остаток. Но даже из этого остатка многие отошли, слыша говоря, какие странные слова, кто может это слушать? Поэтому сегодня прилипшие к церковным лавкам, когда слышат четкое библейское, так скажем, обличение, они тоже говорят: как? Кто может вообще это слушать? Это ересь. Поэтому слава Господу за все, что записано в Священном Писании и оставлено нам в утешение. Поэтому давайте посмотрим. Хотелось бы напомнить, что мы закончили, где рассматривали смерть царя Ахози, это сын Ахава. То есть Ахозия мы отметили, давайте для напоминания озвучим в главе 18 стих 1 главы 4 книги Царств. Прочее об Ахозии, что он сделал, написано в летописи царей израильских. А прежде в 17 тексте отмечено, что детей у него не было. И это говорит о том, что кто восстал против вести Ильи, потому что царь Ахозия трижды посылал, чтобы убить Илью, который сидел на горе и сводил огонь Божий с неба. Но не сам Илья, следует поправиться, Бог сводил огонь с неба. Илья только просил Бога, чтобы Бог защитил Илью. Но, тем не менее, посмотрите, эта история об Ахозе, он царствовал очень короткое время, он противостоит вести Ильи, и история его заканчивается, что у него нету потомков, то есть у него нету будущности. Это говорит о том, что все, кто бы они ни были, если они восстанут против вести Ильи, то у них нет будущности. Все те, кто восстанет против трехангельской вести, не имеют будущности. Поэтому слава Господу за Иисуса Христа, за которым сегодня следует Его народ, провозглашая трехангельскую весть в духе и в силе Ильи. Но мы находим в 14 главе, что это движение встретит величайшее сопротивление. И Иисус в 14 главе в книге Откровения в 12 тексте говорит: «Блажен, умирающий в Господе». То есть сам Господь свидетельствует, что будет стоить провозглашение вести Ильи. Но давайте будем двигаться дальше. Мы посмотрели, что 4 книга Царств, 1 глава, описывает великое противостояние царя Ахозии, который обращается к Вельзевулу, который противостоит против вести Ильи. Он заканчивает свое
действие тем, что умирает, не кается, и у него нету будущности. И давайте прочитаем уже отрывок из второй главы. Сегодня мы поработаем второй главой. Пожалуйста, нам интересен отрывок с 1 по 3 стих. Кто прочитает? «В то время, как Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо, шел Илия, Елисеи, из Галгала. И сказал Илии Елисею: останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифир. Но Елисей сказал: жив Господь, и жива душа твоя, не оставлю тебя. И пошли они в Вифир. И вышли сыны пророков, которые в Вифире, Елисею, и сказали ему: знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою твоею? Он сказал: я также знаю, молчите». Спасибо. Здесь говорится о том, что пророк Илия, когда выходит, так скажем, посещает перед своим вознесением, он обходит школы пророков, которые создал пророк Самуил. Вифиль, Галгал и Иерихон. Поэтому, посмотрите, перед своим вознесением очень важно понять, пророк обходит эти школы, чтобы подкрепить сынов пророческих. И интересно отметить выражение «сыны пророческие». Не пророки, а сыны пророческие. И посмотрите, им никто ничего не говорит. Они сами говорят Елисею: ты знаешь, что сегодня Господь вознесет Илью над твоей головою. Елисей тоже ему, Илья об этом не говорит. И Елисей говорит: ну я также знаю, молчите. Понимаете, но мы должны вот эти вещи запомнить, они нам понадобятся. Тем более Вифиль, там Иаков положил под изголовье камень и назвал этот город Дом Божий. Вифиль, Байт Эль, Дом Божий. Вот в этом городе пророк Самуил создал школу, и они в Библии названы не пророки, а сыны пророков. Ну, на то время, чтобы было понятно, чтобы не напрягать ваши головы, сыны пророков, то есть они продолжали то, что делали пророки. Они сохраняли свитки, переписывали Писание. Ну, понятно? И их Библия называет «сыны пророков», но не пророки. Сегодня сынами пророков можно назвать каждое учреждение, где издается духовная литература, перепечатывается Библия, то есть передается эта весть. Но сегодня эти школы большей частью заняты не перепечатыванием пророчеств, а изданием собственных идей, собственных книг. Поэтому, но я лично на опыте знаю, Заокская духовная академия, которая на то время не имела государственной аккредитации, неофициально называла себя школой пророков. Там они, так скажем, говоря русским языком, клепали пророков, ну, студенты. И мы посмотрим, что это за сыны пророков, к чему они ведут теократическое общество. Давайте посмотрим, мы отмечаем, что им никто ничего не говорит, но действительно им Господь открыл, что Бог вознесет Илью над головой Елисея. Но тем не менее, когда Илья идет из Вифиля, он говорит Елисею, что ты останься здесь, потому что меня Господь посылает в другое место. И Елисей неоднократно с детской привязанностью будет говорить: я никогда не оставлю тебя. Это нам напоминает новозаветное время, когда апостолы говорили, что если все тебя оставят, то мы никогда. Только Елисей то, что говорил, то и делал.
А апостолы в кризисное время разбежались. Но мы не будем пока касаться этого вопроса. Давайте посмотрим следующий отрывок с 4 текста по 5 включительно прочитаем. «И сказал ему Илия: Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон. И сказал он: Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. И пришли в Иерихон. И подошли сыны пророков, которые в Иерихоне, к Елисею и сказали ему: Знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над головой твоею? Он сказал: Я также знаю, молчите». Спасибо. Здесь мы видим, что когда Илия приходит в Иерихон, уже другие сыны пророческие выходят и говорят те же слова. То есть, смотрите, Вифили Бог открыл людям, которые заняты передачей пророческих слов, им Бог открывает, что Илия будет вознесен. Илия переходит в другое место из Вифили, в Иерихон. И там сыны пророческие уже не из Вифиля, а из Иерихона говорят те же самые слова. Но я еще раз говорю, неоднократно Илия говорил Елисею: «Оставь меня, мне надо идти». Но Елисей, как привязанный ребенок к своим родителям, ни в коем случае: «Я не оставлю тебя». И Илия не воспрепятствует. То есть несколько раз пророк Илия говорит Елисею об этом. И посмотрите, что происходит дальше. Когда Илия выходит из Иерихона, нам интересно, с 6 по 8 стих читаем. «И сказал ему Илия: Останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану. И сказал он: Жив Господь и жива душа твоя, и я не оставлю тебя. И пошли оба. 50 человек из сынов пророческих пошли и стали вдали напротив их, а они оба стояли у Иордана. Взял Илия милость свою и свернул, и ударил ее по воде. И расступилась она туда и сюда, и перешли оба по суху». Спасибо. Здесь, если внимательно посмотреть, пророк Илия третий раз говорит Елисею: «Останься здесь». И объясняет причину: потому что Господь посылает меня к Иордану. И Елисей вновь говорит: «Никогда я тебя не оставлю». Вот нам это нужно запомнить. И появляются 50 человек, сынов пророческих, которые встали вдали. Почему они встали вдали? Наблюдать. Напротив. Во время Иисуса некоторые люди, подобно Елисею, следовали за Иисусом, куда бы он ни пошел, а некоторые всегда следовали издали. Поэтому наперед скажу, Илия скажет Елисею: если увидишь, как я буду вознесен, тогда получишь просимое. Поэтому, когда люди, которые только издали наблюдают, но при этом знают, что будет вознесение Ильи, они ничего не получат. Если будем читать дальше, мы увидим, они наоборот будут опровергать свою веру. С одной стороны, они говорят: Илия будет вознесен, а с другой стороны, они будут надоедать Елисею: давай поищем его. Может быть, он где-то сидит на одной из гор, но мы это сейчас увидим. Поэтому все эти уроки для нас, как для Божьего народа, очень важны. Мы должны не издалека следовать за Агнцем. 144 тысячи, которые провозглашают трехангельскую весть в духе и в силе Илии, они следуют за Агнцем, подобно Елисею, который следовал за Ильей. Они следуют за Агнцем, следят за Агнцем не издалека.
Понимаете все эти типологические вещи, чтобы мы были, так скажем, восприимчивы к настоящей истине. Более того, здесь есть интересная деталь, что когда 50 человек следят издали, 7 стих, в 8 тексте Илья берет мелодь свою, сворачивает и ударяет по воде, и она расступается туда и сюда, и они перешли. Оба. Только Илья и Елисей, а те люди остаются на другой стороне Иордана. Что это нам сегодня, как народу последнего времени, можем говорить? Вознесение в небесное царство возможно через исход. Те, кто не совершит исход, подобно Илии и Елисею, останутся за Иорданом. И они будут искать Илию. Помните, когда Иисус воскрес из мертвых, его тоже искали. Но ангелы сказали: что вы ищете живого среди мертвых? Разве вам он об этом не говорил? Что вы его ищете? Я понимаю, что в религиозных организациях не обращают внимания на эти судьбоносные детали, потому что тогда, в этом случае, если они воспримут все, что написано на страницах Священного Писания, им придется менять курс. А сегодня это невозможно, потому что этот поезд отступничества набрал такую скорость, что даже оттуда выпрыгивать сложно. Поэтому слава Господу за остаток, который начинает думать, сидящий на церковных лавках, что происходит что-то не то. Потому что время набирает свои обороты и идет к логическому концу. Бог желает, чтобы люди, которые следующие за Агнецем, подобно Елисею, следующие за Ильей, перешли Иордан. А те, кто останется за Иорданом, будут в поисках. Поэтому слава Господу за все эти истории. Но давайте посмотрим, что происходит, какой диалог происходит между Елисеем и Ильей, когда они перешли. Мы прочитаем отрывок с 9 по 12 стих, пожалуйста. Когда они перешли, Илия сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его!» И не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. Спасибо. Смотрите, что произошло. Когда они перешли Иордан, только тогда Илья говорит Елисею: «Проси, что хочешь». Заметили? Да. Разве это не напоминает нам историю из Евангелия? Да. Иисус перед своим вознесением говорит апостолам: «До этого времени вы у меня ничего не просили. Я восхожу к Отцу, просите». Замечаете? Я имею в виду, что все Писание свидетельствует об Иисусе Христе. Все Писание христоцентрично. Это очень важно.
И посмотрите, что происходит. Они идут. Илья сказал, что проси у меня, чего ты хочешь. Елисей ничего не просит для себя. Он говорит, дай мне духа, который на тебе вдвойне. Почему он так делает? Потому что этот человек знает слова Священного Писания. Моисей, так скажем, возлагал руки, и дух, который на нем, переходил на тех людей, на которым возлагал руки. Помните? Да. Иисус Навин даже порой жаловался Моисею, говорит, ты знаешь, вот там два человека пророчествуют. Моисей говорит, знаешь чего, Иисус Навин, хорошо бы, чтобы весь народ пророчествовал. Когда Моисею Иисус Навин сказал, что они пророчествуют, Моисей задает вопрос, ты, наверное, ревнуешь о мне. Вот сегодня тоже происходит нездоровая конкуренция. А Бог желает, чтобы все пророчествовали. Посмотрите книгу пророка Иаиля. И будут пророчествовать сыны ваши, помните? Да. А сегодня берут, Бога ограничивают. И говорят, нет, не может такого быть. Только один пророк в этом движении. Интересные вещи. Бог говорит одно, а церковные традиции внушают сидящим за церковных лавках совсем другое. Это ограничивает нашего великого Бога и Творца, который всемогущ, и злить Святого Духа на тех, кто следует за Иисусом Христом. Для чего? Чтобы пророчествовали, предупреждали этот мир, чему надлежит быть вскоре. Поэтому, если мы смотрим этот отрывок, то Илья говорит Елисею, да, ты трудного просишь, это не от меня зависит. И здесь Илья говорит, ну хорошо, ты, говорит, просишь того, чего я сделать не могу, но я говорю тебе об условии. Если увидишь, как я вознесен буду, тогда будет тебе. И здесь мы как бы собираем эту историю, чтобы увидеть ее духовный смысл. Апостолы видели своими глазами вознесение Иисуса. А те, кто не видел, усомнились. Есть такие вещи в Библии или нет? Есть. Смотрите, те, кто видел вознесение Иисуса, вернулись в Иерусалим и получили Святого Духа и стали творить знамения и чудеса, подобно Елисею. А те, кто не видел, но следовали издали, усомнились. Есть определенные условия. И давайте посмотрим, что делает Елисей в 12 тексте. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его. Илья – колесница Израиля и конница его. Что это означает для самого Елисея, который говорит эти слова? Илья был забрат на небо, и Елисей прекрасно понимает, что в лице Ильи эта сила отходит, но в то же время Бог не оставляет Израиля, Он оставляет Елисея для того, чтобы Елисей продолжил весть Ильи в духе и в силе Ильи. Елисей говорит с разочарованием, «Отец мой, конница Израиля и колесница его». Он видит, как он уходит на небо и больше не видит его, но залог того, что Бог не покинул свой народ, Илья оставил мелоть, верхнюю накидку. И что делает Елисей? Мы смотрим. Начало служения Елисея давайте прочитаем с 13 по 14 стих.
и поднял милость Илии, упавшую с него, и пошел назад, и встал на берегу Иордана, и взял милость Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: «Где Господь, Бог Илии? Он самый». И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. Спасибо. Но прежде, в конце 12 текста, прежде чем Елисей возьмет мелоть Ильи, он раздирает свои одежды. Да, конец 12 текста. И это говорит о чем? Что со старой одеждой мы не можем совершать служение провозглашения трехангельской вести. Мы должны оставить те традиции, которые мы были научены в своем народе. Елисей тоже был научен в теократическом обществе, но он разорвал эти одежды и взял весть Илии. Вы понимаете, какой урок заложен в этих коротких повествованиях? Христианство должно разорвать старые узы с церковными традициями, со своими церковными пониманиями Священного Писания. Мы должны понимать Священное Писание так, как его изложил Бог через своих святых пророков. Не нужно подстраивать Священное Писание под свои церковные доктрины. Библия – это свод нравственных правил. Это не доктринальное положение. Доктринальное положение, если говорить современным человеческим языком, это некое кредо, которое отличает меня как индивидуум, индивидуальность от других людей, от других организаций. А есть библейское слово, и через это слово, не через доктрины, Бог отделяет своих людей. Он говорит, это слово отделяет пшеницу от мекины. Не доктрины отделяют, а Слово Божье отделяют. Доктрины изобретены людьми, а Слово Божье вечно. Поэтому, находясь в той или иной организации, большей частью люди находятся не под влиянием Слова, а под влиянием доктринального положения. А чаще всего доктринальные положения расходятся Словом Божьим. Иногда они похожи. Но это такой серьезный вопрос, которым нужно детально разбираться. Посмотрите, что делает Елисей. Он поднимает мелоть Ильи, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял мелоть, упавшую с него, ударил ею по воде и сказал: «Где Господь Бог Ильи? Он самый». И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и он перешел. Елисей возвращается в Иерусалим. Точно так же, как Иисус, выведя учеников из Иерусалима, дал наставление, сказал им о силе Святого Духа, и они, подобно Елисею, возвращаются в Израиль и начинают совершать знамения и чудеса. Почему? Потому что трехангельская весть, весь пророк Илии, не заполнила все широты земли. Эта весть не достигла своего апогей, если бы Илья совершил весть по всему миру, то не было бы нужды Елисею возвращаться. Понимаете? Если бы Иисус провозгласил Евангелие, и оно распространилось в его время по всему миру, то не было бы нужды апостолам возвращаться. Евангелие должно распространиться, как солнечный свет во тьме. Поэтому в 18 главе книги Откровения иной ангел, сильный ангел, сходящий с неба, земля освещается от славы его. Эта весть будет закончена
верным остатком, и только тогда будет народ вознесен, подобно пророку Илии, на брачную вечерю Агнца, предупреждая всех, кто еще находится на церковных лавках и только наблюдает этим сынам пророческим издали. Они им говорят: «Выйдите оттуда, перейдите Иордан, только в этом случае вы будете находиться на брачной вечере». Я извиняюсь, что я так обобщаю все эти отрывки, но это очень важно для нас, чтобы мы понимали, что истории прошлого оставлены нам как пример и оставлены для нашего утешения и назидания. Поэтому вознесение пророка Илии является судьбоносным фактом для тех, кто следует за Агнецем. Чтобы мы понимали, история Елисея и история Илии – это локальное значение. Но оно показывает, что по этому сценарию Бог будет завершать глобальные события, которые будут происходить по всему лицу земли. И скажите мне, вообще-то имела ли я популярность? Нет. А Елисей? Нет. Мы дальше увидим, над ним будут смеяться. В том городе, где находится школа пророков. Давайте посмотрим начало служения Илии. Да, начало служения Елисея, спасибо. Что происходит с 15 текста? И по 19 включительно прочитаем. «И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали, и сказали: опочил дух Ильи на Елисее. И пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли. И сказали ему: вот есть у нас рабов твоих, человек 50, люди сильные, пусть бы они пошли и поискали господина твоего. Может быть, унес его дух Господень, и поверг его на одной из гор или на одной из долин. Он же сказал: не посылайте. Но они приступали к нему долго, так что наскучили ему, и он сказал: пошлите. И послали 50 человек, и искали 3 дня, и не нашли его. И возвратились к нему между тем, как он оставался в Иерихоне, и сказал им: не говорил ли я вам, не ходите? И сказали жители того города Елисею: вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода не хороша и земля бесплодна». Спасибо. Посмотрите, что произошло. Эти сыны пророков, которые убеждали Елисея, что Бог вознесет Илью, теперь убеждают его в чем? Что он где-то на горе. В обратном. Вы понимаете, вот посмотрите, современные студенты, которые считают себя сынами пророков, потому что они изучают библейские дисциплины, как они думают, и все, что с этим связано, они теоретически много чего знают. Теоретически. А практически? Ничего. Верят ли они тому, о чем они говорят? И этот вопрос касается и нас. Верим ли мы тому, о чем мы говорим, о чем мы проповедуем со страниц Священного Писания? Мы можем говорить одно, а делать другое. Поэтому Иисус, будучи Богом, говорит: по плодам их узнаваете их, не всякий, говорящий мне: Господи, Господи. Помните? Да. Поэтому здесь вот эти моменты очень важны. Когда Елисей начинает провозглашать весть, прежде он видит отчаяние в глазах тех, кто не верит тому, о чем сам проповедует. Он встречает этих сынов пророков, они опять издали, они не приближаются к Елисею. И говорит: у нас есть 50 человек, сынов пророческих, людей сильных. Зачем они говорят о сильных людях? А потому что по горам ползать это непросто, чтобы найти Илью.
Ну, по горам просто ходить. Ну, молодому человеку, вот, допустим, если вы мне скажете сегодня, в моем состоянии поискать на горе человека, я скажу, ну, мне это трудно. А молодым что? У них, говорит, ноги как у оленя. Вот они там скачут, ищут ничего. И то Елисей им говорит, не ходите. Но они ему так наскучили. Давай. Потом приходят жалиться. Устали, не нашли. Елисей говорит, а кто же вас посылал? Я же вас предупреждал. То есть эта история тоже полна духовного смысла. И посмотрите, что происходит дальше. Да, 19 стих мы прочитали для напоминания. С 19 по 23 стих, по 22 включительно, да, с 19. И сказали жители того города Елисею, вот, положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна. И сказал он, дайте мне новую чашу и положите туда соли. И дали ему. И вышел он к истоку воды и бросил туда соли. И сказал, так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую. Не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровую до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал. Жители того города... Жители Иерихона, да? Да. Выходят и говорят Елисею, город-то хорош. И школа для сынов пророческих. Там их обучали пророческим дисциплинам. Они переписывали свитки, пересказывали народу то, что записано в Священном Писании. Это понятно. Но мы видим, насколько они сами верили в то, что они пересказывали людям. И эти люди обращаются теперь непосредственно к Елисею, зная, что доверять свою жизнь сынам пророческим нету никакого смысла, потому что говорить-то говорят они одно, а сами в это не верят. Поэтому они обращаются непосредственно к Елисею. Ты знаешь, город хорош, здесь есть академия для пророков, которые передают нам Слово Божье, но вода-то здесь нехороша. Мы, как народ последнего времени, должны же понять, что эта история означает для нас. Город-то, где мы живем, хорош, и здесь есть духовные, так скажем, образовательные учреждения в виде Заокской академии, но учение какое здесь? Плохое. Да не только в городах, в самом этом учебном заведении то же самое, вот эти, кто учится, они тоже и выпивают, и наркотики употребляют даже там. Да, но мы об этом знаем, но фактов таких документальных никто не снимал, мы об этом знаем. Некоторых лично знаем, кто иногда выпивает пиво, а на Новый год шампанское. Мы это знаем, но тем не менее, посмотрите, здесь, в этом повествовании, заложен урок. Города сами по себе действительно хорошие. Но что там происходит, это напрягает Божий народ. Что делать? Елисей берет новую чашу и в нее насыпает соли. И высыпает в воду. Что представляет в Новом Завете чаша? Чаша – это учение. Помните, есть Иисус на вечере дал чашу и пейте, говорит, из нее все. Да. В ней, говорит, в самой чаше, кровь завета. Или же есть, так скажем, противостояние этому учению. Жена, облеченная в парфиру, у ней в руке чаша, наполненная чем? Блудодеяние. Не солью, а мерзостью блудодеяний. То есть вот эта чаша учения.
А что в этой чаше? Елисей говорит, что должно быть в этой чаше, чтобы вода была здоровая? Соль. А что представляет соль для библейского учения? Открываем книгу Левит, 2 глава, нам интересен 13 стих. «Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль». Соль – это что? Соль завета. То есть соль – это как на то время был консервант, сохраняющий от разложения жертву. Ну и сегодня соль женщины используют как консервант, насколько мне известно, да? Это такое выражение. Соль завета. Иисус говорит своим ученикам: «Вы соль земли». То есть благодаря вам этот мир еще не до конца разложился, потому что вы соль земли, вы у меня как сдерживающий фактор от духовного разложения. И тут же говорит: но если соль потеряет свою силу, чем сделаешь ее соленой? Она ни к чему не годна, как выбросить ее вон. Мы не будем говорить Богу: город-то хорош, а вода здесь не хороша. А почему она не хороша? А вы, соль земли, почему она не хороша? Значит, ваша соль не солона становится. Теперь понимаете, почему в этом мире, который является христианизированным уже миром, люди как разлагались, так и разлагаются по чарме малого рога. Вы понимаете, как происходит разложение? Они представляют себя, якобы они свет миру, но они светильники поставили под кровать. Этот светильник светит только им в доме, но не всем. И они восхищаются своим светом. Поэтому Иисус говорит: вы соль земли, и если ваша вера не имеет никакой силы, то вы, говорит, ни к чему не годны. Поэтому Елисей, говоря библейским языком, он берет буквальную чашу, это учение, и кладет в нее завет. Но если говорить, тогда это была буквальная история. И для города вода стала здорова. Елисей же не оставил эту чашу и соль у себя. Он бросил ее в воду. И это показывает, что только учение завета с Богом может исцелить загрязненные грехом воды учения, которые сегодня прорываются потоками в христианские церкви. Где сегодня Елисей, я не понял. А люди, сидящие на лавках, только говорят: ох, мы помним, раньше было вот так. Где же ваши Елисеи? Я вот до сих пор не пойму. Вроде все говорят, что они проповедуют трехангельскую весть. Но где они? Поэтому давайте двигаться дальше, если эта история понятна. Вода стала здоровую до сего дня по слову Елисея, который он сказал. Что делает дальше Елисей с 23 текста до конца главы? И пошел он оттуда в Ефиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним, и говорили ему: «Иди, плешивый, иди, плешивый». Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса, и растерзали из них 42 ребенка. Отсюда пошел он на гору, кормил, а оттуда возвратился в Самарию. Из Вифили, где находится школа пророков, выходят дети и выставляют в ложном свете пророка Елисея. «Иди, плешивый, иди, плешивый».
И у меня, как у простого человека, вопрос. Вроде это культовый город, Вефиль, Дом Божий. Там школа пророков, люди должны быть набожные, а дети издеваются над пророком. Ведь написано четко: не злословь плешивого. Есть такое или нет? Да. Чему же были научены эти дети? Кто научил их издеваться над пророком? Значит, весть Илии вызывала негативное восприятие среди конкурентов. Их выставляли Илью и его последователи Елисея, о котором уже знало все общество. Их выставляли в ложном свете, унижая. «Иди, плешивый! Иди, плешивый!» И что делает Елисей? Елисей сам по себе, если вы внимательно читаете эту историю, он не посылает медведиц, чтобы они, так скажем, разорвали этих детей. Он же не говорит медведице: вот ты, давайте разорвите их. Он их проклял именем Господним, потому что Господь уже в законе объявил проклятие, кто злословит плешивого. Понимаете? Елисей ничего не сделал от себя. Тем более, если бы Елисей промолчал, то его весть не стоила бы ничего в Израиле. Но после того, когда Бог вступился за своего пророка, и люди понимали, что медведи, две медведицы разорвали детей, тем более медведи в городе не могут уничтожать людей. Вы понимаете, вот такие парадоксы. Это божественный ответ и показывает нам, кто сегодня надсмехается над немощью остатка, который продолжает весть Илии. Их участь обречена. Дикие звери разберутся с ними, хотя народу завета сказано четко: и со зверями у тебя союз. Есть такое? Поэтому в виде проклятия в книге Второзакония 28 глава или книга Левит 26 глава по причине отступления Бог говорит: я нашлю на тебя и на твой дом и на детей твоих лютых зверей. Видите, что сделал Елисей? Он объявил им проклятие из 26 главы книги Левит или из 28 главы книги Второзакония. Елисей не вызывал медведиц, чтобы они уничтожили детей. Елисей объявил Слово Божье, а Бог решил, что сделать с этими детьми. На первый взгляд кажется сурово, но точно так же делал Илия, сидя на горе, когда Ахозия искал убить его. И люди тоже издевались, говорили: «Человек Божий, сойди, царь говорит». Помните? Да. Илья же не сводил огонь с неба. Он же не всемогущий. Он только сказал: «Ну, если я человек Божий, давайте проверим, так это или нет. Пусть огонь Божий сойдет с неба». Зависело от Илии или от Бога, сойдет огонь с неба или нет. От кого зависело? От Бога. А зачем это приписывать Илии? Вот здесь то же самое. Медведицы не подчинялись Елисею. Елисей только озвучил Слово Божье, а Бог, так скажем, вступает за свое слово, которое он объявил в книге Левит, предупреждая теократическое общество, что говорит: если ты сделаешь так и так, будет засловить плешивого, то будет проклятие. И посмотрите, я еще раз хочу сказать, это происходило в Вефиле, в Доме Божьем. Это культовое место, где люди, которые
Окружающие села и деревни в Израиле считали этот город нечто святым. Вот примерно, когда я только уверовал, для меня за Окс было те, кто там живет. Какие-то особые люди. И чем больше с ними я знакомился, тем я понимал, это самые несчастные, самообманутые люди. Поэтому слава Господу за все эти истории. И Бог желает, чтобы мы понимали все ситуации, которые окружают нас, чтобы мы фильтровали их не через свое понимание, а через Священное Писание. Первичное мнение, оно обманчиво. Нам может показаться это место и эти люди, которые там живут, святые. Но в конечном итоге мы видим, что там произошла конкретная деградация. А порой нам кажется, что эти люди как бы в глазах неба ничего не значат. Впоследствии времени мы узнаем, что это же люди, это те люди, которые провозглашают весть. Но они в таком неблаговидном свете. Подобно Елисею, плешивый, это же, ну, как-то некрасиво, да, вот для нас. То есть, видите, весть Ильи – это неприглядная весть. И мы должны разобраться в этой вести и отстаивать эту весть. Мы не должны надеяться на Байт-Эль, на Вифиль, Дом Божий. Нужно не по словам, а по делам определять. Мы должны обратиться к Богу и к Его вести, которая сегодня неприглядна, подобно пророку Елисею, и встать на сторону этой вести, провозглашать эту весть. Поэтому слава нашему Господу за все эти истории. И наперед скажу, что третья глава – это как бы повествовательная вставка, что происходило во время, когда Елисей совершает служение, война. И мы будем говорить о причине этой войны, зачем она нам здесь записана, какой смысл, ну, конечно, если Господь благословит. Сегодня же мы можем быть благодарны Богу за все эти истории, которые показывают нам, что мы в меньшинстве, подобно предыдущим детям Божьим. Мы страдаем за Слово Божье. Нас выставляют в ложном свете, говоря, иди, плешивый, иди, плешивый. Но если мы применяем это все к себе, нас же не называют таковыми. Если бы я просто здесь жил, в этом городе, ну вот просто, и не нес этой вести, и так живы, вас бы оскорбляли ваши единоверцы? Нет, конечно. Сидели бы на церковной лавке, платили бы своему наемнику зарплату каждый месяц. А иногда сегодня доходят до абсурда две зарплаты, две десятины. Выставляли бы вас в ложном свете. Каждую субботу с кафедры бы говорили, о, этот человек очень много Божьих дел делает, он любит Бога. Видите, как только вы им в рот ничего не положите, картина будет другая. Иди, плешивый, нам эта весть не нужна, потому что мы Вифиль, мы Дом Божий, мы не можем отступать от истины. Так думали и иудеи времен Иисуса и времен апостолов. Но Иисус им сказал всем таковым, дом ваш пуст. Поэтому слава Господу за то, что Он оставил нам истину и не отнял у нас Духа Святого. Дух Святой побуждает нас всякий раз обращаться к вернейшему пророческому слову. Но так будет не всегда. Кто стоит далеко от Иисуса, они никогда не сблизятся с Иисусом. Поэтому, если мы хотим быть на брачной вечере, дорогие друзья, мы должны, подобно Елисею, следовать за Агнецем, куда бы он ни пошел, и провозглашать, предупреждать окружающих себя людей, которые они думают, что они живут в Вифилии,
предупреждать, что настал час суда его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и источники вод и все, что наполняет их. Пусть добрый Господь благословит каждого из нас. Я думаю, брат Александр помолится, поблагодарит Господа, прочитает нам слова наставления. Давайте попросим брата. Это у меня, как было, когда меня вызвали на совет, да, в организации адвентистов и за Духа Святого. И две сестрички подходят ко мне. И что тебе стоит? Что тебе стоит? Ну прими ты его как Бога. И одна из них была на совете. И я когда задала Василию Павловичу вопрос, говорю, покажите в Библии, где Дух Святой Бог. Он мне сказал, этого в Библии нет. Это доктрина церкви, вы должны принять это верою. Вам нужно вызвать богослова. А богослов где найдет, если этого в Библии нет? Ну, он пытался вызвать богослова, но богослов что-то там тормозил. Ну, понятно. Это вот эта школа пророков называется, сынов пророческих. Мы попросим брата Александра помолиться Господу. Пожалуйста, брат. Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется подобно орлу юность Твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Слава Господу за Его любовь и милость. И я призываю вас к молитве. Отец наш Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за эти уроки, которые записаны на страницах Священного Писания, где мы можем учиться, назидаться, Господи, видеть все, что было раньше, то же самое происходит и сегодня. И Ты предупредил об этом народ Твой, остаток Твой, чтобы люди не были во тьме, чтобы люди видели все эти козни, как бесы с помощью лжеучителей пытаются сбить верный остаток Твой с истинного пути. Помоги нам, Господи, быть верными Тебе, Твоему Слову, постоянно исследовать Твое Слово, не исследовать какие-то человеческие учения, но постоянно изучать Священное Писание, бодрствовать в молитве, быть в общении с Тобой, с Твоими добрыми ангелами. И храни нас, пожалуйста, от злых ангелов, Господь. А мы за все будем благодарить и славить Тебя, нашего любящего Бога, Отца и Сына, ради Иисуса Христа. Аминь. Аминь.